Для вас настала трудная пора, как никогда нуждаемся в вас остро. Спасибо вам, родные доктора, водители и фельдшеры, медсестры. Как на войне вы, медики, в строю, не за признание, деньги и награду, достойно выполняете свою священную клятву Гиппократа. И каждый день идете, как на бой, свой ежедневный подвиг совершая, и ради нас рискуете с собой, с врагом лихим, невидимым сражаясь. Все эти дни, недели на износ, без сна и отдыха, вы с теми, кто на койках. От вас не видим жалоб мы и слез. Спасибо вам за мужество и стойкость. Вас трудности не смогут напугать. Врачи-то больше, чем профессия простая. Неравнодушие, потребность помогать, собой жертвовать, других людей спасая. Во взгляде не прочесть ни строчки, лишь доброты, приятный холодок. Во внешнем облике немое многоточие и неприкрытого спокойствия поток. Спасибо, медики!